Всем привет! Сегодня хочу показать, как отслеживается посылка из Китая по трек-номеру на почте России. Итак, вот у меня трек-номер. Мне тоже было интересно, как же это все происходит. Тут продавец уже выложил, куда мне, где можно отследить эту посылку. Итак, что нам нужно сделать? Ввести трек-номер. Вот, ввести парчу. Ну вот, все так именно и происходит. Когда было отправлено из Китая, я даже не ожидал такого, что вот такое именно тут такой будет целый лист. Было принято, это я 12 экспорт 16 30 обработка, прибыла на территорию Российской Федерации, на таможню прибыла, и все указывает выпуск таможни, и видимо уже где-то едет сюда. В общем, все просто. Ну, это коротенькое видео, это так, просто показать, как же все это происходит. Все,